Сегодня я хочу вам показать одно упражнение, которое позволит вам узнать, какой у вас глаз видит лучше, а какой хуже. Я покажу вам это на цветных кольцах, которые я сделал благодаря работам Мэрилин Рой. У нее, правда, черно-белое, а я сделал радужные, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 7 цветов радужных. Вы видите кольца. И нужно добиться того, чтобы, разведя оптические оси, увидеть кольца каждым глазом в отдельности. Для этого необходимо делать вот так, загородив нос ладонями, раздвоить изображение. Либо вот так, с помощью бинокля, чтобы пальцы вот эти сходились на переносице. Расслабьтесь, если вы видите два изображения. У меня, например, правый глаз нет больше, чем левый. Для чего это упражнение? Это для того, чтобы вы могли, глядя на солнце по утрам и по вечерам, засвечивать свою сетчатку именно в том месте, в котором необходимо. То есть в центральной ямке, в макуле. С вами был Николай Полыга. В описании видео я дам ссылку на книгу выдающегося американского ученого-офтальмолога, профессора Уильяма Горация Бейтса. Скачайте ее бесплатно, прочитайте, и вы сможете сами заняться восстановлением своего жизни. А я вам помогу, если вы зададите вопросы. Подписывайтесь, будем восстанавливать здоровье.